шестеро. Так, да, и все. Завершен пятый тур. Ну, Саня Бортник молодец. Зажигалка Овечкин. 5 очков из 5. Так, сейчас черненький. Можем ли мы черненькими стрясти? Юрича. Да, извиняюсь, как-то Роман Юрьевич один раз Сергей Юрьевич обозвал. Но он сказал, что не обижается. Да, приветствуем Романа Юрьевича, нашего друга-гроссмейстера, который очень любит защиту каракан. Так, какой вариант разыграть? Давайте вот этот. Так, рокировочка. Роман Юрьевич также стример, как мы знаем. Так. Надо подумать, какой план проводить. Какой план проводить? С4, может. Давайте С4. С4 интересное решение. Последнее время считается стандартным. C4. Так, а если я пойду слон B4? Немножко так, то мне у моих фигур немножко не хватает пространства. А так, поставил слона на B4 и глядишь, его чуть больше. Так, слон пошел на B4. Возможно, да, действительно, это что-то я совместил два каких-то странных плана. Совместил то, что не надо совмещать, возможно. Да, действительно, что-то я намудрил. Все, собрался. Давай, работаем. На ферзь b3 просто опять могу поставить. На конь b3, наверное, тоже. Или сначала взять на c4 и потом опять. Так, cd, правильно. Опять меня вынудил сыграть. И тут я рокировку делаю. И веду здесь коня на c6. Хотя конь на d2, конечно, стоит ужасно. Он на c3, а я на c6. Ужасно. Только я сначала ладья c8 сыграю, так, наверное. Ну ладно, что же делать. Или сразу конь. Самым лучшим образом разыграл дебют. Бывает. А то слон h5, еще по d4 где-то подвержен всяким неприятностям. Так, Роман Юрьевич переводит. Он конь b1, а я конь b8. Разумно. Давайте слон d2. Выбьем этого слона сильного. Выбьем сильного. Товарищ. Напал на d4. Если возьмет на b4, съем конем. И на c2 вообще начну заползать. Так. А если съест на c6, тоже съем на c6. И на слон бьет b4. C6, либо бьет, ферзь b6 и отыграл фигуру. Либо ладья b8. Слон бьет b4, тут у меня уже с конем проблем нету. Так, уже ладья идет на c8. Ферзь идет на b6. Или что такое? Ой, как на конь h4 он что собрался собой делать? Последние двумя партиями. Или пока давайте так. Кажется, чтобы он слышал 5-4, но, конечно, игра в этой партии та же. Теперь конь h4. Далека. От хорошей. Так, все, собрался, Сережка. Что-то я расклеился. Расклеился, друзья. Так, ферзя на А3 хочу загнать. Давайте так. По крайней мере, прикрывая какие-то пункты. Все, собрался. Ферзь G5. Борис. G3. Ну, давайте выскочим. Что делать? Так же интересно. Роман Юрьевич получил по дебюту шикарнейшую позицию. Ну... Потому что я... На f4, ферзь g3. Что-то не то сделал. Так, может еще слон e4 метнуть? Или слон f5, что? Вот. Или слон h5. Если пешка ходит, там слон d7 какой-то ход. И висит ладья, висит здесь. Слон f5 есть ход. С нападением на h3, конечно. Сюда играет Роман Юрьевич. Куда пойдет ладья? Может, f3, конечно, уже какие-то прослабления решится. F3 не хочется ходить, безусловно. Безусловно, не хочется ходить. А что делать? Ну ладно, f3.
Рискую, рискую. Черные поля ужасно прослабляю, но... Так, конь f5, я грожу и ферзь e3, и конь e3. И конь d4. Так, да. g4 не боится, Роман Юрьевич. g4. Подвязал лошадку, подвязал ладью. G4, может, уже есть. Так, сюда, правда. Ай, точно, сюда же. Так, эту съем. Эту съем. Эту съем. А, так. Вот ладья b4, а b вот, к сожалению. К сожалению. Ай, так еще. Еще и тут все висит. Да елки-то палки-модалки. Ну что я натворил? Ой, без двух пешек остался. Так, f4, f5. Ну это все как-то... Ладно, f4, f5. Уже пробуем последний шанс. Пробуем последний шанс. Так, кто вперед? А у меня две лишних пешки, да? Как я недоволен собой. Форточка. У нас поддержка, большое спасибо. После... Ой, я забыл, что мой... мое время тикает. Так, друзья, ну совсем какой-то бред понесся. Назад, шажок, вперед, шажок, взял, взял, взял. Ой, что я делаю, что я делаю, какой кошмар, вперед. Какой кошмар. Да, Роман Юрьевич побеждает. Роман Юрьевич ну, побеждает. Ну, по-моему, все. Двенадцать секунд. Даже Сергей Жигалко не сможет. Как здесь сдаться? Прести у меня флаг. Да, поздравляем Романа Юрьевича. Он играл эту партию значительно лучше, чем его бездарный соперник. Чё ты плывешь? Чё плывешь? Ну хорошо же начал. 3.5 из 4. Нормально играл, хорошо. Почему вот одну партию как-то вот, один ход какой-то, и все сразу рушится. Давай, все, соберись, Сережка, соберись, показывай. Показывай, нормальный уровень, нормальный класс. Играй, борись. Да, спасибо за поддержку. Спасибо.